Всем здравствуйте! Кто смотрит наш канал, мы не так давно были на рыбалке. Там было целое корыто рыбы для собак. Так вот, вот это вот все, что от корыта осталось. Ну, тут максимум ведро, наверное, полтора. У нас 4 собаки, 5 кошек, и они едят, как один слон. Поэтому мы решили снова съездить на рыбалку. Так как сейчас еще только начало декабря, и скоро занесет все дороги, и навряд ли мы сможем еще порыбачить. Такая вот нереальная красота у нас. Уже который день. Прям вообще ветки аж наклонятся к земле от тяжести. У нас здесь Дед Мороз живет, поэтому у нас такая красота. Ради такой красоты я все-таки вылезла с машины. Вон он поехал. Пока. Ну, это вообще издевательство. Он же реально уехал. Лес гоняет, кто-то орет. Там, кстати, кабаны живут. Солнце прям такое, больше на луну похоже. Какой-то загонщик скромный. Уукает только идет, никто к нему не прибежит, от него не убежит, то есть никто. В эту сторону уже не столько снега на ветках. Оно интересно задерживается. Был... Вон, какие толстые по сравнению с рукой-то даже. Был иней, и иней не сошел. Там несколько дней простоял, а потом снег пошел. И вот налипает на иней, на этот. И вообще красота. А, все-таки ждет меня. Куда он без меня? Кто ему корыто будет с рыбой возить? О, здорово, а ты что здесь делаешь? Уже. Вчерашний день ищешь? Что делаешь? Ловится. Всегда процесс один и тот же. Начало. Ну, я тоже смотрю, что не получится вытряхнуть, а сейчас не хватит, наверное. Это что? Ага, отвязалось. Вытряхнуть-то получится, но все, та не идет сторона. Ну, я поняла. Там пропилю наугад. Я не попаду. Здоровый. Ух.
что, карасики хорошие. Танчики нехилые. О-о-о. Весь увозюкался. Он сейчас здоровый. Ну-ка, кинь его сюда. Вот это. Угу. Вот к этим. Горбатый. Точно. Голова какая-то эта. Большая. Мозговитый. Смотрю не в камеру, а мимо снимаю. Хороший карасик, ага. Ну вот. Что сегодня, 5 декабря? В декабре ловится фитиль, карась. Карась неплохой. Ну, вон какой. Что это, 70, 70, да? Примерно. Где-то 60.